25 февраля в Самаре начался прием заявлений на голосование за кандидатов в президенты России по месту нахождения. Теперь помимо территориальных избиркомов, МФЦ и портала госуслуг, жители могут подать заявку в любую участковую избирательную комиссию города. При себе нужно иметь лишь паспорт. Нововведение появилось в этом году и направлено на удобство граждан в период проведения выборов. Подать заявление можно до 12 марта. Одним из первых, кто обратился в УИК, стал пресс-секретарь избирательной комиссии Самарской области Роман Романов. Я сегодня присоединился сам к армии, так скажем, тех граждан, которые воспользовались новым механизмом голосования по местонахождению. Поскольку в день выборов президента 18 марта я буду находиться, естественно, на рабочем месте в избирательной комиссии Самарской области, то мне, конечно, будет удобнее проголосовать на ближайшем к работе избирательном участке. Поэтому я вот пришел сегодня в участковую избирательную комиссию, написал соответствующее заявление, и теперь я голосовать буду именно там.